Дорогие зрители, дорогие мои соотечественники, мои друзья, в эти дни, когда мы вспоминаем те страшные дни войны и радуемся тому, что это уже была победа 75 лет тому назад, я хотел бы напомнить вам один эпизод из жизни нашего театра, театра русской классики. Для тех, кто видел, они помнят это. Кто не видел, пусть знают, что это было. Мы решили поставить, это было 15 лет тому назад, мы решили поставить к той годовщине Василия Теркина, нашего великого русского поэта Твардовского. И все было бы нормально, если бы, ну, поставили и поставили. Но там было два, по-моему, две находки очень интересные. Во-первых, у нас было 5 Теркиных. То есть это как бы совокупность всех возрастов вот этого рядового великолепного Василия Теркина. У нас был 18-летний Теркин, у нас был 30-летний, у нас был 82-летний Теркин. И, по-моему, это было очень интересно, и люди, это, зрители это оценили. Но самое главное, вот о чем я хочу рассказать. Я не знаю, когда началось вот это вот великое шествие бессмертного полка. Я не помню эти годы, но я думаю, что 15 лет тому назад его еще не было. А у нас на сцене он был. Что мы сделали? Сцена была пустая. Ну, стояли ящики, из которых мы сооружали то блиндаж, то окопы, то баню. Это одно дело. А вот на голубом, огромном голубом заднике мы выложили контур Советского Союза, карту Советского Союза, но как? Я за полгода до того, как у нас была премьера, обратился ко всем в округе и всем своим актерам собирать фотографии ветеранов, участников войны. И вы знаете, собралось около 200 фотографий, маленьких, больших, порванных. Мы их увеличили, мы сделали. И вот из фотографий, вот этих фотографий, мы выложили эту огромную контур, карту Советского Союза. И когда ветераны и их родственники вошли в зал, уже начали плакать. Это было очень трогательно. Вот, и я думаю, что, ну, я не знаю, может быть, мы первыми это начали, потому что я не помню, когда это началось. Вот я и хочу закончить этот небольшой этот рассказ, напоминание строчками из Теркина. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Поэт-фронтовик Семен Гудзенко. Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжили от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы тихо грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни семьи, ни стихов, ни покоя, только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все долюбим сполна и напишем ровесник такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому дописать не придется. Ну а кто в 41-м первую пулей сражен, зарыдает ровесница, мать у порога забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Пусть живые запомнят. И пусть поколение знает эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сплошная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашей отчизной, как пред Господом Богом, чисты.